Кошечка Симба. Из любого худенького ушастика можно сделать любимую помпушечку. Кошечка Симба из домашнего мини-приюта 9 жизней. В статье и, соответственно, в этом видеовыпуске вы можете увидеть фото до и после попадания в этот приют. Прошел год, и Симба так и не получила свой второй шанс, не считая того, который ей подарила в свое время волонтер Влада. А сколько в приюте их таких, с такими же судьбами, животных симпатичных, подающих надежды и в итоге никогда не пристраиваемых. Жизнь в приюте, как и для многих других, так и остается ей родным домом, этому животному. Милый ушастик, такой ее помнят все. Мы делали эти публикации, когда ее немножко уже прихорошила Влада, и были такие забавные, милые фотографии с маленьким ушастеньким котенком. А по итогу она получилась холеная помпушечка на радость любому потенциальному хозяину. Помимо того, что у нас извечная уже проблема со счастливыми билетиками, так еще в приюте нечего кушать животным. У нас сегодня закончился корм и наполнитель для лотков. Завтра, если получится, то возьмет Влада все это в долг. Обычно берет припас там, где обычно берет припасы. А если нет, то тогда совсем уже караул и голод в приюте. Также нужны мясные продукты питания. Нужны крупы и патчи. Нужны шприцы. Одноразовые пеленки, антибиотики для лечения животных. На попечении более 50 хвостов ежедневно это сплошные расходы на содержание живых существ. Ваша помощь, даже самая минимальная, для них очень важна. Пожалуйста, не проходите мимо.